Руководитель команды КамАЗ-Мастер Владимир Чагин прокомментировал тот факт, что на Дакаре 2022 четыре первых места заняли представители его гоночного коллектива. «Сегодня мы необычайно счастливы, что смогли занять первые четыре места и в очередной раз доказать всем, что российские КамАЗы – самые быстрые и самые надежные». В этом году Дакар получил статус этапа чемпионата мира. Вы видите, что ни на машине, ни на экипировке нет российских флагов. Хотя традиция Дакара – это машина с флагом страны. В такой ситуации для нас было тем более важно показать в этом году максимально высокий результат, чтобы в таблице результатов в самом верху были простые русские фамилии – Сотников, Николаев, Шибалов, Каргинов. И в этих фамилиях – Россия. Хочу поздравить всех наших партнеров, спонсоров и болельщиков. Они весь год были с нами и поддерживали нас в эти две недели.